Представляешь, мой уехал на рыбалку, трубку не берет, небось, любовницу завел. Да господи, что ты распереживалась-то? Может, он просто утонул? Да понимаю я, что это шутка, что это рофл, что это просто-напросто прикол такой хихоньки да хахоньки. Да, я все это понимаю. И также я понимаю, что это просто-напросто обесценивание мужской жизни в шуточной форме. Всего лишь навсего.